Всем приветики! Приближается Новый год, уже декабрь на носу, и, скорее всего... О! Что-то нашла. Мячик-попрыгунчик, пока записывала видео. В общем, пока я записываю это видео, у вас, наверное, уже декабрь, у нас прям последние дни ноября, и мы с мамой закупились много, вокруг меня сумки. И что же там я сейчас покажу? У мамы в начале декабря день рождения, поэтому она выбирала себе подарки. В этот раз это одежда. И кроме этого, я покупала подарки детям. Не все купила, что хотела, но тем не менее большую часть купила, поэтому давайте покажу. Я немножко простыла, такая слабость, такие легкие симптомы простуды. Детки все у нас последние 3 дня болели, мама тоже. И, в общем, поэтому такое состояние, такое не очень. Ну, а что делать? Надо двигаться, делать дела, как говорится. Поехали. Это маме штаны вот такие вот. У них ценника конкретно нет, но они 16 с чем-то стоили. Вот такое вот качество. В общем, мама сама себе выбирала. Еще одни штаники для мамы черные. Gender Rose. Цена 12,99. Вот такая вот кофточка от Кевина Кляйна. Вот такая вот вязаная, такая горчичного цвета. И можете посмотреть Кевин Кляйн. Оригинальная цена была 79,50. Но мы купили ее... Да, вот у нее ценник оторвался за $25. То есть, представляете, да? Кто-то покупает за 80, а можно купить за 20. Вот такая вот кофточка. Вот еще одна кофточка, такая белая, как водолазка. Очень красивая. Вот тут вот такое украшение на руках. 11,99, вроде бы простая, но благодаря вот этому украшению на руках очень выигрывает. 16,99, тоже очень красивая, благодаря вот этой вот сеточке. И, конечно, камешки. Вот такая вот розовая. Штаны черные. Цена у них 9,99. Вот такие самые обычные черные штаны. Они немножко коротковаты, такие удлиненные бриджи. И вот еще одни черные штаны. Цена у них 12,99. Вот такие вот. Так, это еще не все у мамы. Еще у нее есть вот такой вот свитер белый. Очень приятный. Такой прям вот новогодний. 16,99. Очень приятный такой. Так, оригинальная цена его, не знаю, нету. Нету цены. Вот такой. Ну и там, так скажем, нижнее белье. Особо показывать не буду. Так, это я купила для себя за 29,99. Вот такие вот ботинки от фирмы Guess. И их оригинальная цена была $60. Я их купила намного дешевле. Я их купила за 30. Мне они очень понравились. Они и вроде бы такие модельные, но вроде бы такие как бы на повседневку. Но, в общем, я как их увидела, подумала, что да, это мое, надо брать. Размер 8,5, где-то, наверное, 39 по-нашему. В общем, такие вот Guess-ботиночки. Это мне. Дальше пошли уже подарки детишкам.
Здесь есть различные разукрашки. Харло очень любит рисовать, прям очень сильно любит, поэтому пускай рисует. Вот тоже вот тут разукрашки различные для них. Это для сыночки, он у нас очень любит супергероев, а тут собачка супергерой, сам супергерой. В общем, 3,99 вот такая игрушка, считаю, что почти даром. Это для меня вот такие вот трусики я купила. Размер Элька, потому что, мне кажется, они какие-то маловатые. Ну, в общем, посмотрим, как будут носиться. Это продолжается мамина покупка. Вот такие вот, смотрите, туфельки за 24,49. И это Томми Хилфигер. Вот такие вот очень симпатичные такие модельные ботиночки от Томми Хилфигер. Прям мух, такие гладкие, приятные. Вот такие вот как бы кроссовки, но повыше, да, такие как ботиночками за 12,99, фирма RBX, тоже очень такие приятные. И вот такие вот кроссовки для мамы. Какая тут цена? Всего 12,59. Mia фирма. Такие вот очень приятные. Так, что еще? Так, вот еще тут для мамы. Вот такая вот блузочка. И она была на сейле за 7,39. И еще одни штаны за 12,99. Вот такие классические штаны, очень приятные, черные, с такой вот рябушкой. И что еще тут у мамы? Ну, немножко трусики. Так, самый большой пакет. Вот он вот здесь. Это... Надо же подарки новогодние заворачивать в подарочную бумагу, поэтому вот такая вот подарочная бумага. Трех видов у меня. Вот такая вот на Новый год уже. Потом вот такой вот у меня набор Барби для девочек рисовалки. В общем, тут всякие. Вот такой у меня набор Спайдермена. Вот такая игрушка. Вот так. Вот тоже Спайдермен. Здесь рисовалки всякие для сыночки. Он это дело очень любит. Такие вот. Вот такой тоже супергерой. Базз Лайтер для сыночки за 4,99. Вот он такой. Симпатичный супергерой. Думаю, ему понравится. Это я купила себе на работу. Вот такие вот шарики. Вот их вверх кладешь, и они вниз скатываются. Мне надо завлекать детей, и мне надо с ними прорабатывать многие моменты, поэтому это будет мне нужна игрушка. Вот сыночки тоже вот такие вот стаканчики и зубную щетку с машинками. И девочкам стаканчики с Барби и зубные щеточки. Вот такие вот шампуньки. Они любят эти LOL девчули, поэтому пусть смоются. Ну и последняя, это вот такая Activity Book разукрашка. С такой Cocomelon, да? И расчесочки девочкам. Вот такие вот, это будет Эшли, это будет Харлу. Харлу любит этих Frozen. Эшли любит, как все такое с русалкой. Ну и, пожалуй, все. И за все про все мы потратили где-то чуть больше $400. Вот такие вот покупочки, вот такие вот подарочки.
Пишите, как вы будете справлять Новый год, какие есть планы, какая погода в вашем городе, и есть ли у вас зимнее настроение или нет. У меня оно больше, наверное, осеннее, потому что на настоящий момент листва начала желтеть. И оно зимой, конечно, не пахнет, но пахнет такой какой-то осенью, и у нас вон дерево так начинает осыпаться желтой листвой, и прям очень красиво это выглядит, но для садовников завтра будет много работы. Ну, вот такие вот покупочки. Пишите, как вам покупки, и увидимся с вами в следующем видео. Bye!